Всем здорово, пацаны, с вами Иван. Продолжаем играть Тенсматрея в третий сервер. И сегодня вам, вернее, посмотрим, что будет, если не заходить на сервер с Метраем ТА 2 недели. Swag, bitch. Так, посмотрите, вот видите, чат у меня пустой, только зашел на сервер. Так, вход выполнен, смотрим. Часы мои есть, 54 часа. Да, у меня заглушка на 2 дня. Так, F3 у нас есть, Mercedes мой. Все, тюнинг такой, как и был. И Impreza. Какие уже давно не видел, какие они еще более красивые стали. Что это такое поехало? Все, что я заметил, пока что очень долго прогружается сервер. Вот в чем прикол. Прям оптимизация не очень стала. После того, как наигрался там GTA-шку 5, Ратмирчик и т.д. и т.п. Уже как-то не очень. Кстати, после GTA 5 прям эта игрушечка прям мяс, если вам честно скажу. Так, давайте поедем на бизнес, я вам покажу, что я точно 2 недели не заходил. Кстати, да, посмотрим на банк. У меня 800 тысяч, что-то очень медленно капали мои процентики, но накапали 800 тысяч, нормально. Так, на бизнес, у меня бизнес есть 30 тысяч выплаты, кто не знает или кто забыл уже, там вообще должно очень мало быть. Вор. Ну, прикольно. Так, подъезжаем, пока ничего так вообще не изменилось. Только люди добавились, наверное, на серию. Зашли, играют. Онлайн, кстати, упал. Так, давайте смотрим. 570 тысяч на бизнес. 540. Вот тупо, как хорошо, что я оставил все-таки бизнес. 540 тысяч просто на изи забрал. Не заходил, забрал, все, сейчас поставим на банки, все и нормально. Такое. Также хочу сказать, что 15 лайков набирает данная серия, сразу же выходит следующая. Так, возможно выйти и Redmir, возможно выйти. Блин. Короче, выйти может и Redmir, и Смотра. Так что посмотрите, что там выпадет. Сколько у меня на балансе? 1 430 863. Надо 600 тысяч срочно, просто срочно. Так, М-ка вообще сочная. Ну, диски очень маленькие. Люксери, Ютуб. Да, вот прям диски маленькие, а ну, только много. Сочный Е63. Ну, блин, пацаны оценили. Вы просто продам Е60 Evo. 9А6 и Нива на именном номере. Давайте Luxury спросим, сколько Нива на именном. Luxury YouTube. Сколько Нива на именном. Сразу извиняюсь за клавиатуру. Если сейчас Нива на именном очень мало будет стоить, я ее возьму. Предложи, я подумаю. Ты продавец, твоя цена. Давайте, короче, будем развальчик. Ну, ламка такая себе, если честно. Лучше две полоски добавил, чем одну. Ну, диски и нормальные. У меня тоже на ламке такие диски стояли. Так. 4КК торг. А чё за номер-то? 4КК это дофига, я вам скажу. Давайте посмотрим, что хоть за номер. Famous. Не, это дичь. Не. 4КК за этот номер, не, спасибо. Так, давайте поедем еще посмотрим, что там на БУ изменилось. Людей вообще мало стало, если честно. Посмотрим на БУ, вдруг вообще там тачек нету, никто ничего не продает, не покупает. Я вам скажу, на Редмире вышла обновка, и тупо все смотры свалили. Или половина ютуберов ушло со смотри из-за тупого бана. Как и у меня. Или Редмир вышел, там этот, когда тюнинг. Скидки там в Стиме были. Считайте, новые игры все покупали.
Потом клали, бла-бла-бла. Потом покупали его. Считайте, XXX. Я буду угорать, если он еще ее на БУ взял. Ну, конечно, дичь. Но нет, есть на БУ. ССО, МУР 003. Кстати, Е70 четкий. ТРА 811. АА-007, ну это казахстанский, просто кто в Казахстане живет, это прям нормы ТОР. Ну, я знаю, мой друг вообще словил Поршик на первом сервере. Ну, понятно, на первом сервере можно что-то больше словить, потому что там игроков больше играет и можно куш сорвать больше. Но есть тут такие номера, типа МУР, типа НМР. Но НМР вообще ничего не значит. Типа МУР, типа АМР, типа ВОР, типа ТОР, типа ВОР. Вот такое. Но если вы не знаете, эти номера вообще почти ничего не значит. Не значит, просто чтобы не были рандомные номера. А что, МР с тюнингом? А нет. Чтобы рандомные номера, короче, не были, можно такие вот поставить. Давайте перейдем на третий этаж. У меня есть на канале видео, вот сейчас вы видите скриншотик, где я рассказываю про номера. Какие стоит все-таки покупать, какие не стоит. Наверное, смотри, видел только двое или трое блат номеров. Это на СВА там что-то было, еще на пару тачках. А полублат что-то... Не, фуллблат я вообще не видел. А полублат видел, да. Это, кстати, если бы я брал в СВА, я, конечно, очень бы хотел СВА взять. Просто топовый фулл-тюн с него сделать. И было бы еще топ. И еще номер СВА 0777. Хотя он ничего не значит, но он просто красивенький. Чтобы не были рандомные цифры. Так, АХО, МЭР 063, 777. Вот этот, кстати, вместо МЭР 007, 177, я бы лучше вот этот купил, МЭР 063. Потому что 777 регион, это не 177. И 063, 063. Ну, я думаю, понимаете. МЭР 140, вот С78. Вот это, кстати, хороший номер для кабана. Вот, еще один СВА на... фуллбладе, да, казахском. Ну, я не знаю, там, это ценится или не ценится. Были АА, а теперь там стоит ССС. Так. Вот это я тоже бы хотел, конечно же. Кёнигзек Агера. Хотя я GTA 5 на ней накатался, я уже лично не очень хочу ее. Но она сочная. А вот еще РРР, просто, наверное, какой-то пацан с Казахстана сливал все свои тачечки. АК, вот это где-то я уже видел этот номер. Он, наверное, тут стоит, никто его не покупает. Так, Лоракс. Вот, кстати, кто-то знакомый. Ты его уже видел. Ну да ладно. Р8, РНУ. РНУ вот это вот прям дофига номеров. М3 говно, номера мал. М2 и ну такое. КВН, ККРК, Лоракс. Давайте я прям напишу. Посмотрим, что за Лоракс. Вот этот. А нет. Знаете, я видел уже такой ник. Прям очень знакомый. Ну да ладно, давайте зайдем на 7 этаж. На последний этаж. Так, скр. Ничего, вор. 0-3-77. Кстати, если был бы вор, я бы лучше взял вор, чем мэр. Хотя... Ну, короче, ну такое. Так. Это кто-то пытался просто сделать винил на соборя, не очень вышло. Если вот этот квадратик поменять местами, вот на жопу поставить его и покрасить кузов... Вот это черное, где белое и красное, будет прям нормально. Там еще можно поклеить, наклеить, и будет топчик. СВА 1177, сейчас бы СВА на... Ну что, это на сливу лепить? Ну такое, ничего я вам могу сказать, не изменилось. Накопили только денежки из бизнеса. Накопились. Тачки остались, вас бан не кинуло, все осталось. На этом все, пацаны, вот такая вот серия вышла. Можно сказать, немножечко кликбейта. Такой вот Марсик. Пойди посмотрим, что Александр. Куплю одно место. Кстати, да, дома еще есть.
С вами был Эван. Ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал. 15 лайков сразу же следующая серия. Извиняюсь за то, что заговариваюсь. Всем удачи, пацаны, и всем пока.